поздравляю вас с Днем медицинского работника, всех врачей и докторов, и про медсестер даже забывать не будем. Ну, я всех того, кто работает в больницах, в поликлиниках, я поздравляю сердечно, искренне. Желаю им размножаться, чтобы они у нас появлялись за считанные секунды. И с Днем медицинского работника! Хотелось бы выразить огромную благодарность врачам и всем медицинским работникам за теплое отношение к нам на протяжении всего лечения. Ведь вы лечили не только наших детей, но и не давали упасть духом нам, их мамам. Вы вселяли в нас надежду и веру. Мы искренне благодарны вам за вашу работу, терпение, заботу. И хотелось бы поздравить вас с Днем медицинского работника, пожелать вам здоровья, профессиональных успехов и огромного счастья. Спасибо вам за наших детей. Я бы хотела поздравить всех сотрудников с Днем медицины, особенно Григория Михайловича Карачунского. Нам он помог во всем, очень сильно помог. Спасибо за его золотые руки. Поздравляю вас с Днем медицинского работника. Мои поздравления Ирине Игоревне Ивановой. Уважаемая Ирина Игоревна, я от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Я счастлива, я не волнуюсь, я не беспокоюсь ни о чем, а значит, я в ваших профессиональных руках чувствую себя очень хорошо. Поэтому я искренне говорю вам спасибо. Спасибо за ваш труд и желаю вам в вашей нелегкой работе всего самого наилучшего, здоровья, успехов профессиональных. Я являюсь пациентом клиники инновационной хирургии. И я хочу сказать о том, что эта клиника качественно отличается от всех других клиник, где я раньше проходила лечение. Но прежде всего отношением, человечностью, добротой персонала, который здесь работает. И поэтому в преддверии такого праздника мне хочется поблагодарить всех сотрудников этой клиники, начиная от младшего обслуживающего персонала в лице санитарок и заканчивая заведующей отделением Викторией Валерьевной Андрюхиной. Поздравляю вас с Днем медицинского работника. Дорогие наши врачи и все медицинские работники, то, что вы делаете, невозможно переоценить. Вы спасаете жизни наших детей, вы лечите и позволяете жить нам полноценной жизнью. Сегодня, в этот день, я хочу вам пожелать успехов в вашем нелегком труде, потому что больница, как правило, становится вашим вторым домом. Вы здесь проводите очень много времени. Я много раз видела, как уже утром вы на работе, а вечером еще не собираетесь уходить. Это очень тяжело, но вы всегда нас поддерживаете, не только лечите наших детей, вы поддерживаете нас, потому что иногда нам очень тяжело справиться. Хочется поздравить с праздником, Днем медицинского работника, отделение челюстно-лицевой хирургии. Особенности хочу выделить Корякину Ирину Алексеевну, хирург челюстно-лицевой. Это человек, который подарил нам красоту и радость. Хочется отдельно пожелать всего-всего самого-самого-самого-самого-самого. Добрый день. Мы хотели поздравить всех врачей и остальных сотрудников медичных с профессиональным праздником. Хотим желать вам много здоровья, семейного счастья. Поздравляю вас с Днем медицинского работника.